геометрические фигуры. Соня, какие геометрические фигуры? Посмотри внимательно. Подвинь тарелочку. Круги. Круги. Какого цвета, Маша, круги? Красного и синего. Так, сейчас мы с вами из этих кругов выложим на столах из меньших двух чисел сумме, что получилось число 8. Давайте начнем с меньшего числа. Самое маленькое число какое? Один. Один. Да, пожалуйста, выложили. Вот эти карточки нужно? Цифры потом. Сначала давайте выложим из геометрических фигур. Положите перед собой кружок любого цвета, или красный, или синий. Вы решайте с нами. Потом, Коля. Сначала мы выложим. Сядь красиво. Так, один кружок положили. А теперь добавьте другого цвета столько кружков, чтобы у вас получилось в сумме число 8. Работаем самостоятельно. Аня, я сказала, один кружок одного цвета, а другого цвета добавляем самостоятельно в сумме, чтобы из двух видов у вас кружков из двух чисел получилось число 8. Считай, у тебя 8 уже получилось? Так, а теперь попробуйте выложить из карточек с цифрами это равенство. Так. Я жду. У вас есть знаки плюс-минус. Минус нам не нужен, знак плюс и знак равенства. Так, пожалуйста, Соня. Так. Прочти нам равенство, Тима. 1 плюс 7 равно 8. Правильно. У тебя записано равенство? 1 плюс 7 равно 8. А ты не записал из цифр, карточек с цифрами? Пожалуйста. 1. Я жду. Так, молодец, Егор. 7. А сколько получится, Федор? 2,5-6. Это твое дело. 1 плюс 7. Так, равно сколько? Ребят, Маша уже по-другому выкладывает. Давайте мы теперь по-другому выложим состав числа 8. Если мы положим с вами два кружочка одного цвета, выполняем. Цифры пока отодвинули. Анечка, два кружочка одного цвета, а потом добавляем другого цвета нужное количество кружочков, чтобы у нас получилось в сумме 8, Коля. Два, пожалуйста. Красный. А это ты сам решай, красный или синий, это выбор самостоятельный. Или два кружочка. Два, пожалуйста, кружочка. Только 7. Два. Ничего. Чтобы в сумме получилось 8. Сколько кружочков вы добавили, Федор? Я красных кружочков один взял, положил в тарелку. Да 6, 5, а синих я взял с тарелки и положил. Так ты мне скажи, сколько у тебя синих? Синих 2. А красных? А красных 6. А почему? Потому что 2 плюс 6 равно 8. Хорошо. Тима, у тебя так же? Да. У Сони? У меня 2 плюс 6. И 6 синих. Хорошо. А давайте теперь выложим, чтобы у нас состав числа начинался с 3. 3 кружочка одного цвета, а потом добавьте нужное количество кружочков другого цвета, чтобы в сумме получилось число 8. Маша, 3 кружочка сначала выложите одного цвета, пожалуйста. 3. Я помогаю. 3 кружочка одного цвета. Аня, позировать будем потом. Она все на камеру видит, знаете? Я позирую. А теперь будь внимательна, пересчитай. Если у нас 3 кружочка одного цвета, сколько нужно добавить кружочков другого цвета? Коля невнимателен. 3 кружочка. 3 кружочка. Так, Илья молодец. Маша, я не вижу 3 кружочка. Вот 3. И убрать, да? А ты посчитай.
Ты не смотришь, что делает Илюша? Ты 5 равно 8. Пересчитай. 5, а сколько у тебя синих кружочков? Так, пожалуйста. 5 синих кружочков. Так, пожалуйста, Маша, выложила? Я выложила. Так, прочитай нам вслух. 3 плюс 5 равно 8. Тима, у тебя так же? Да. А почему вы так выложили? Слышишь, 3 плюс 5, 2 плюс 5. 2 убираем. Сколько у нас красных кружочков? Посмотри внимательно, количество. 3, ты найди карточку с этой цифрой. Молодец, какой нашла. Так, Тима, почему ты выложил, записал равенство 3 плюс 5? Потому что в сумме получается 8. Хорошо. А теперь выложите, пожалуйста, 4 кружочка одного цвета сначала. Аня, 4 кружочка одного цвета. И не забудьте карточки поменять цифровые. Я сделала. Так, Коля, 4 кружочка одного цвета. Так, считай, сколько нужно добавить другого, кружочки другого цвета, чтобы в сумме получилось 8 число. Вот так вот. Так, это 4 плюс 4. Так, Сонечка, сколько ты добавила кружочков синего цвета? У вас есть еще одна цифра. 4. Дополнительная. Какая, Федор? 4. Четверка, потому я что... Я давно ее знаю. Да, правильно, потому что у нас одинаковое. Равное количество кружочков или нет? Равное. Сложили кружочки в тарелочку, молодцы. Вы справились с составом числа 8. Анечка, складываем в тарелочку кружочки. И циферки, да? Цифры пусть лежат на столе пока. И спиральничество складываем. Вот эти, да, вот эти вот. Плюс, минус, да, 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 Коля. Все, складываем. Цифры пусть лежат, а кружочки в тарелочку.